Помните маму, которая в 2009 году родила восьмерняшек. На тот момент у нее уже было шестеро детей. Давайте посмотрим, как выглядят ее дети сегодня. В 2009 году история Натали Сульман, которая явила на свет восьмерняшек, всколыхнула всю Америку. Все дети Натали родились совершенно здоровыми. Врач Натали, доктор Камрава, имплантировал в ее матку 12 эмбрионов. Позже его лишили лицензии, поскольку обычно имплантации подлежат лишь 2-3 эмбриона. На тот момент у Натали, которая находилась в разводе, было уже шестеро детей. Восьмерняшек зовут Ноа, Мали, Исая, Нария, Джон, Макай, Джозайя и Джеремайя. Натали решила побороться за своих 14 детей. Она собиралась окончить школу и финансово обеспечить их без помощи общественности. Я знаю, что смогу содержать их всех, когда окончу школу. Если бы я просто сидела на диване и смотрела телевизор, не делая ничего для того, чтобы обеспечить моим детям лучшее будущее, это было бы эгоистично, объяснила она. Несколько раз Натали выступала на телевидении ради финансовой выгоды, а также подписала контракт на собственное реалити-шоу. К сожалению, шоу так и не вышло в эфир. Как же должно быть удивительно наблюдать, как эти чудесные восьмерняшки растут на ваших глазах. Недавно восьмерняшки отметили свой восьмой день рождения. Похоже, им было очень весело. Они провели этот день за вегетарианской пиццей, пирогом и играми на детской площадке. Кажется, отметили они праздник действительно весело. Сейчас Натали вместе с 14 детьми живет в маленьком доме с тремя спальнями в пригороде Лос-Анджелеса. Воспитание 14 детей – большой вызов для Натали. Но когда дети немного подросли и стали более ответственными, женщине стало легче с ними справляться, не говоря уже о том, что им больше не нужно менять подгузники. Как здорово, что это поистине большая семья, счастлива и с этими прекрасными детьми все в порядке. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими знакомыми и друзьями.